Кривом Рогу безопасно или стоит уезжать? Безопасно уже будет. Как же приятно вас слушать в прямом эфире. Спасибо. Я очень тоже скучаю и за прямыми эфирами, и за нашим общением, за всем остальным. Все в порядке. Підскажіть, як від вади чоловіка, від запоїв. Дякую вам за все. Миру і добра. Ставьте тазик с водой просто под его кровать. Пусть он спит. Также пусть, когда утром просыпаетесь, вот так руки складываете, представляете его маленьким и делите его. Представляете, будто с одной стороны он пьяный, а с другой стороны второй человек, он трезвый. И говорите тому, которого представляете пьяным. Говорит, ты подлюка, чтоб ты захлебнулся, пішов від мого мужа, чтоб тебе было лихо, тьфу на тебе. Потом представляете мужа своего, говорите, хай в тебе буде все гарно, хай тобі всі дороги відкриваються, будь ти в мене такий гарний, такий любимий, щоб ти там і так далі. То есть ділите чоловіка, алкоголіка, на його компонент алкоголя или того, каким он является, когда он напивается, и тем, кем он является, когда он трезвый. Таким образом, вы прогоните от него бесов и найдете в нем, хвалите доброе в человеке, отгоняйте.